Бобруйский санаторий имени Ленина расположился на берегу красавицы Березины. Это одна из старейших здравниц Беларуси, которая в этом году отмечает 70-летие. За эти годы название санатория превратилось в настоящий бренд, о котором знают далеко за пределами нашей страны. Основной наш профиль – это заболевания, болезни костно-мышечной системы, заболевания сустава, заболевания позвоночника. Этот профиль нам примерно составляет 65% наших отдыхающих. Кроме этого, это заболевания органов пищеварения, заболевания нервной системы, урология и гинекология. Высочайшее качество медицинских услуг обеспечивает высококвалифицированный медперсонал. Санаторий обеспечен только самым современным оборудованием и может предложить своим клиентам эксклюзивные услуги. Имеется два источника для питья минеральной воды и два источника для приема минеральных ванн. Сейчас мы зайдем в питьевой бювет и как раз попробуем нашу минеральную воду. Вот это наш четвертый источник. Пожалуйста, попробуйте. В 2013 году у нас вместе с Академией наук по как раз четвертому источнику проведена научная работа, где доказано лечебное действие при заболеваниях печени и поджелудочной железы. То есть я сейчас немножко почистила печень? Абсолютно верно. Визитная карточка и гордость здравницы – собственная грязеводолечебница. Ну, в грязевом отделении мы отпускаем процедуры общего грязелечения, полостного грязелечения и электрогрязелечения. Ну вот процедура общего грязелечения. Продолжительность процедуры 20 минут. Здесь я не впервой. Хочу сказать, что все на высшем уровне. С каждым годом все меняется, возобновляется. То есть очень хороший обслуживающий персонал, компетентные специалисты. Ну, довольно. Вот подлечиваюсь. Если вы желаете пройти совсем уж экзотическую процедуру, в санатории вам предложат герудотерапию или лечение пиявками. За многие годы она доказала свою эффективность. Скажите, пожалуйста, это те вот пиявки, которые в болотах, речках водятся? Нет, это нам привозят специальные пиявки, медицинские. Вот, они имеют сертификат качества, и они у нас одноразовые. То есть мы их потом не используем для других. Скажите, пожалуйста, поставите мне пиявку? Конечно. Рискну. Славится санаторий и своей рефлексотерапией. Этот нетрадиционный метод лечения в сочетании с другими очень эффективен. Метод применяется довольно широко, показания широкие. Для каждого человека мы подбираем специальный рецепт. Кроме медицинской, в санатории превосходная материально-техническая база. Клиентов здесь принимают круглогодично. Единовременно в здравнице могут отдохнуть 300 человек. Санаторий работает по системе All-Inclusive. В путевку включены 9 видов медицинских процедур и питания. Здесь разработано трехнедельное заказное меню. Есть фирменное блюдо и блюдо белорусской кухни. Люди заказывают то, что они хотят. У нас 4 формы диеты. И, в частности, у нас есть диетическое питание. У нас сахарный диабет еще включается. Кормим мы 5 раз в день. Это, значит, завтрак, 11 часов для диабета, обед, полдник обязательно, тоже для диабетиков, ну и, естественно, и ужин. Досуг в санатории организован так, чтобы отдыхающие не скучали. Любители активного отдыха могут заняться спортом, люди творческие – поучаствовать в культурно-увеселительной программе. Да и просто здесь приятно прогуляться по шикарным аллеям парка или полюбоваться на красавицу Березину со смотровой площадки. И стоит все это удовольствие примерно 400 тысяч белорусских рублей в сутки, а для членов профсоюза и того меньше. У нас различные есть оздоровительные программы, и туры выходного дня, и недельно-оздоровительные туры. Ну, считается золотым как бы стандартом срок пребывания в санатории 18 дней. Но лучше всего о высоком статусе этой белорусской здравницы говорят отзывы постоянных клиентов. Мы по жизни побывали и во Владивостоке, и в Крыму, и на Кавказе, во многих санаториях. А вот последние 6 лет мы приезжаем только сюда. Только сюда. Очень любим этот санаторий. Какая-то особенная атмосфера. Ну, совершенно особенная, теплая. Ну и, конечно же, великолепный персонал. Прям сердечный, грамотный. Все, что они делают, делают ради нас. Приедем еще раз, и еще раз, и еще раз. Так что, если вы хотите поправить здоровье, отлично отдохнуть и получить заряд положительных эмоций на долгое время, вас ждут в санатории имени Ленина.